Моя притча называется сегодня «Лучше помолчи». Старец и его ученик-послушник встретили человека, который считал послушника своим обидчиком. Он начал ругать послушника разными бранными словами. Послушник долго стоял молча, ничего не отвечал. Наконец его терпение закончилось, и он стал отвечать ругательствами на ругательство. Старец решил оставить их. Он пошел дальше и оставил этих двоих заканчивать ссору. Через некоторое время послушник догнал старца и с обидой спросил его: «Ну, зачем же ты оставил меня слушать этого дерзкого человека? Как он ругает меня?» Старец подумал и ответил: «Когда ты стоял молча и слушал его ругательство, над тобой было 10 ангелов, и они словно отвечали за тебя. А когда ты стал отвечать ему, ангелы ушли. Отошел и я».